Я тоже прилетел. Прилетел? Как приехал? Терминал Д. Ищем терминал Д. Такой огромный аэропорт. Я здесь был только... Только два раза. Ложится сюда. Сейчас посмотрим. Ребята, гляньте, как запаковали мои чемоданы. Что это так? Был чемодан, стало вот такой вот. Вот с этим езет. Ну и рюкзачок маленький. Короче, такой классный этот танк. 33, 36. Здесь будет моя посадка сейчас. Короче, у меня началась паника, ребята, вообще ужас. Аэропорта не знаю. Был давно, все поменялось, короче. Началась паника, нервы. Все, нервы сдают, мне сразу в туалет хочется. Выпил 3 таблетки валерьянки, капец, такой заторможенный. Хочу говорить, а не могу разговаривать. Капец, просто вот заторможенный. Там меня уже ждут. Вы догадались, куда я лечу? Ой, боже, сейчас схожу в туалет еще. Короче, я рано прилетел. Приехал. Сказали мне за 2 часа до вылета. А тут на стойке информации говорят, что через 2 часа только начинается посадка. И кого понять? Летел как веник сраный. Покажу вам немножко этот Бориспольский аэропорт. Короче, ребят, тут 2 терминала. Терминал, ой, какая-то машина. Гляньте, какого цвета моя бирюзовая. Тут 2 терминала, терминал D и терминал F. Меня выкинули возле терминала D. Ну и сразу зашел на стойку информационную, все мне подсказала тетенька. Гляньте, какая красивая Феррари. Ребята, бирюзового цвета Феррари. Вообще шикарно. Красивая, да? Сколько же она стоит? Порше. Так, короче, здесь покушать очень дорого. Я схожу в туалет, наверное. Так, это где-то в туалет в той стороне. А, кстати, вот запаковали этот мой чемодан. 100 гривен запаковать чемодан, независимо от размера. Маленький, большой, всем пакуют одинаково, 100 гривен и все. Короче, деньги нужно с собой брать. Как и сюда долететь еще. Да, долететь. Доехать, боже, заторможенный после таблеток. Вот пакуют и большие чемоданы, и маленькие. Короче, денег нужно много. 100 гривен автобус. И 100 гривен уже у меня забрали за упаковку чемодана. Вот можно посидеть. Не знаю, сидеть я не буду. Короче, иду в туалет. А что с сумкой идти? А что ж делать? Кафе Вок. Кофе Вок. Так, туалеты. Ребята, гляньте, какое дерево. Искусственное. Оно, походу, стоит дороже, чем живое. А толку от него никакого. Искусственное дерево дороже живого, а толку от него, ну... А, там еще какие-то кусты. Короче, ну здесь так пахнет все классно. Гляньте, элефант. Тут чуть ли не слон, кафе название. Боже. А я вообще ничего не ел с самого утра. А цены какие? Боже, водичка 30 гривен. Да. Ну, захочешь пить и пойдешь попьешь. И купишь. А, точно элеофан. Точно слон. Гляньте, какой этот горшочек со слоником. Я даже не захожу, потому что сейчас захочу кушать. Мне и так уже деньги пошли на такси. И на эту... Как ее называют? И на чемодан. Так, посижу здесь, наверное. Ну, как раз освободили люди. Гляньте, какой мой чемодан. Ребята, честно, от аэропорта я ожидал немного что лучше. Правда, уже давно был, и то ночью. Быстро приехали, прошли эту регистрацию и улетели. А тут, ну, есть время походить, погулять. Ну, так я.
такое КВР? Киевский. Верховный. Не знаю, что такое КВР. Короче, все, сейчас буду идти на посадку, ребята.